Что-то там дождик бурит, а че у меня окна открыты? Я чуть не поняла. Я же их вроде закрывала. Или не закрывала. Я уже не помню, который час. Ночь. Надо спать еще. Пора вставать. Все. Где вода? Ладно, у меня умывальник сломался. Ладно, я лучше посижу тут, пока. Готова. Вытираюсь уже. Все, открываю окна. Открываю. Тут же челик, что ли, по зверям. А, фиговый день. Стойте-ка. Пойду-ка я в заброшку. А, пофигу. Мне даже пофигу, что пойдет дождь. Мою красоту никто не испортит. Даже такой дождь. Где эта заброшка? Куда идти? Что это такое? Где заброшка, эти фонари куда-то ведут? Что тут такое? Тут можно покушать? Мышка, отстань. Не, спасибо. Не хочу. Что это такое? Фу! Хмель! Фу! Ненавижу кукурузу, это гадость. Полная гадость. Ладно, ищем дом. Что там такого странного? А тут жители. А где заброшка? Вот она. Вот делает-то она. Что это за заброшка такая? Тут головы! Ау! Что это? Кирпич? Серьезно? Какой еще кирпич? Я что, тут заперто? Что мне делать? О, а может быть я... Вымылюсь отсюда. Вымойся. Мне надо выбраться отсюда. Помогите, добрые люди! Конечно, кто мне поможет? Я уже сама выбралась. Все, больше в эту дыру не ногой. Где мой дом? Все, бежим, бежим домой. Больше никогда туда не вернусь.
На вода. Я уже перелечу. Стой, так, так. Оу, уже ночь. Ладно, пора спать. Надеюсь, я найду ключи. Как отсюда выбраться? Спокойной ночи, все. Утро. С добрым утром, ми... Какого фига у меня открыта дверь? Странно. Мне кажется, что тут что-то изменилось. Какого фига светильник стоит у меня? Зачем? В сундуке он. Происходит. Что там на улице происходит? Ё-моё, надо все быстро закрыть. Где я? Надо туда пойти. Что там светится? А ты кто такой? Секундочку. Может быть, ты добрый чел, тебя надо выпустить. Выпустить? Ладно, выпущу. Сейчас, сейчас, подожди, приятель, сейчас вытащу. Давай. Я тебя вытащила. Ай! Кусается! Фига себе. Мясо человечины. Фу! Что это такое? А! Может, мне это пригодится. Блин, летучая мышь. Где все? Ау! Хотя можно было и это съесть. Фу. Я это выброшу. Ну нафиг. Надо прятаться.
квакил. Ну так я сразу не возьму себе на руки. Кто тут? Что? Его как птенцы? А что будет, если я его поставлю? А, меня что-то сюда тянет! О, Десса, что же там? Выпустите меня отсюда! Было. Что это, думаю, нужно? А что это за дыра такая? Я не прятались. Это будет проще простого. Я найду вас, жители. А ты в отбил Нашла! Я отомщу вам!
Если вы не подпишетесь и не поставите лайк, то я приду к вам и убью за душу. Подниму вашу душу. Так что всем спасибо за просмотр. С вами была Апельсинчик ТВ. Всем пока. И не забывайте про лайки. Я жду лайков! Ах, вы какие хитрые, нет лайков. Тогда умрёшь!